Фаина Георгиевна Раневская – известная и популярная советская актриса театра и кино. Сегодня многие критики и журналисты считают ее одной из величайших русских актрис 20 века. На ее счету около 30 фильмов и бесчисленное количество спектаклей. В 1992 году английская энциклопедия «Кто есть кто» включила ее в список 10 самых выдающихся актрис 20 века. Но есть и еще одна отличительная черта, по которой актрису запомнили миллионы. Это ее восхитительные изречения, цитаты и афоризмы. Они мгновенно стали крылатыми и разошлись по всей стране и за ее пределами. И даже спустя многие годы, после того, как ее не стало, эти слова не теряют своей актуальности. Давайте же убедимся в этом –